Всем привет! И мы продолжаем прохождение игры Cyber Shadow, Кибертень, Кибернетическая тень. И у нас последняя глава, Орбитальный лифт. Мой анализ говорит, что удар по врагу с воздуха позволит тебе почти сразу вернуть равновесие. А значит, можешь прыгать повторно. 2, 3, 4 прыжка, ты сможешь буквально парить. Ну, в общем-то, мы это уже делали и раньше. И у нас сейчас есть синтез предметов. В принципе, распылитель духа, он нам добавляет, если мы тратим... Если мы тратим звездочки, он добавляет нам звездочки, поэтому звездочек у нас вполне себе много. Так, я понял, что он имел в виду, что здесь надо... Так, и здесь надо будет, я так понимаю, таким образом проходить все это, да? Так, то есть нам нужно, грубо говоря... постоянно отталкиваться от всех этих цветочков, чтобы проходить. Угу. Так, летающие эти прям досаждают постоянно. Что нас ждет дальше? Ничего пока полезного, да? Пока только... Окей, я понял. Самые противные вот эти вот, конечно. Ух ты! Угу. Так. А здесь мы просто должны по ним вообще пробираться наверх, да? Я понял.
Ну. Так, мне, к сожалению, нужен... Да. Это не совсем легко. Но пробиться можно. Нужно туда пробиваться, когда... Когда есть возможность, да? Хорошо. Так. С этим успешно. И с этим успешно. Что-то мне не хочется туда вниз. Я лучше сюда, где сейф. Так, синтез предметов. Пригодится. Восстановление духа. У нас распределитель духа, так что восстановление духа не нужно. Ого! Вот это да, смотрите, глашатай. Ну привет. Ты не был достоин нашего клана наследия нашей истинной силы. Сущность, струящаяся из Этоса, ты не имел права ей владеть. Мы скоро станем бессмертными, а наша глава поправится. Вам незачем сражаться. Это же я вернула тень. Как ты смеешь снова забирать его у меня? Чепуха, он фальшивка. Я докажу это. Глава, когда его не станет, вы придете в себя. С ним только так можно сражаться, да? Хм.
Так, ну хорошо, ладно. Какой-то он совсем легкий, этот глашатай. Глашатай, ты исчерпал себя, поэтому я расскажу тебе правду. Процесс переноса сущности главы клана провалился. Ты цепляешься за примитивную копию, фальшивку. Как ты бы сказал? За убожество. Как же? Доктор Проген, но как же так? Она помнит. Я чувствовала, что что-то не так, но я не знаю, что и сказать. Папа, мне жаль. Этот конструкт лишь обрывки данных, осколки памяти моей дочери. Эта программа, она не похожа на мою дочь. Настоящая глава в стазис, в стазисе здесь, на острове Мека, защищена от времени. Когда я добьюсь настоящего прорыва, я смогу спасти ее теперь уже навсегда. Глашатай, ты предал свой клан, а теперь разочаровал меня. Тебе конец. Ну, вот как-то так. Тень, скоро ты присоединишься к порабощенным элементалям. С вашей общей силой я не буду знать никаких ограничений в реальном мире. Тогда мне откроются все возможности. Я и моя дочь, мы снова будем вместе. И привет, глашатай. Как мы уже поняли, это не последний босс. А так, легкое препятствие, небольшая разминочка перед последним боссом, которую нужно быстренько преодолеть и идти навстречу к сложному боссу. С глашатаем разобраться довольно-таки просто. Он очень простой и понятный босс. У него нет никаких супер движений, каких-то резких непонятных. Все легко и понятно. Все предсказуемо. Все предсказуемо, легко, быстро проходится. А вот здесь вот уже начинаются проблемки. Так, он непредсказуемый какой-то. Непонятно вообще, что происходит. Непонятно, что... Так, что и куда летит. Окей, хорошо, с этим разобрались. Ох.
шипы какие-то непонятные. Окей. Так. Защита закончилась. Что дальше? Что дальше? Ой-ой-ой. Так. Защита срочно нужна. То есть шипы улетают, и нужно в этот момент как раз пытаться его бить каким-то образом. Угу. Ладно, с этими шипами легче разобраться. Ой, пропустил я удар. Зачем? Зачем я это сделал? Так. И ему остался последний удар. Ура! Полный совершен. Возвращение в Эдос. И мне оставался последний удар, но я выдержал и победил его. Так, и что дальше? Я надеюсь, больше не будет никаких ужасных. Спрячься за мной. Хорошо. Ничего себе, что за препятствия такие? Так, ну она сама куда-то двигается, это не я ее двигаю, мне надо за ней двигаться. Так, а теперь уже походу не надо. Ура! Нас спускают на землю или куда-то еще. Легион, наш храбрый робот, друг и защитник. Ну действительно, прям фантастика. Так. Окей. Ух ты! И чё такое? Подождите. Твое упорство оказалось к месту. Глава знала, что ты должен к нам присоединиться. Мы покончим с ее небытием. Кажется, это наш шанс. Мы наконец освободим главу. Хотя от тебя осталось немного, вместе у нас есть ключ к ее свободе. Вместе мы освободим ее. Освобожденные от оков плоти, мы объединяемся, чтобы вновь послужить главе. Вместе мы можем помочь завершить ее миссию. Так, ну хорошо, а что мне делать дальше? Хорошо, чего дальше, куда идти? Ага. Вот так, значит, да? Упс. Ну-ка, Легион, поведай нам что-нибудь еще. Если я углублюсь в это сдерживающее поле, я потеряю соединение. Тебе придется завершать свою миссию одному. Я сделал все, что мог. Подстава какая, а? Данные о сущности, ошибка сенсора. У тебя мало времени, тень. Жуть.
Сдерживающее поле 57%. Поддержка жизни? Да. Ура! Ой! И нас опять обманули. Нет. Тень угасла. Перевоплотилась и улетела, я так понимаю, да? Ну, красиво, надо сказать, и прикольная музыка вообще всю игру на самом деле. Иногда, когда она прекращалась, конечно, раздражала. О-о-о, мы воссоединяемся, мы теперь вообще супер-мега-сообщество фонарей разноцветных. Вознеслись в Этос.
Так, ну и опять без музыки все. Музыку выключают. Как-то не очень приятно, когда в игре выключают музыку. К нам прилетела какая-то фея с птичкой. И что-то она непонятное затеяла. Ага, хочет перезагрузить данные или считать данные какие-то. Анализ данных боя. Время 16 часов 42 минуты 08 секунд. 77% предметов собрано и 409 смертей. Ничего себе. Вот это да. Ну и ладно, игра закончилась. Всем спасибо за просмотр. Это была интересная игра. И всем до следующих видео. Всем пока.